Кстати, несколько ребят из 4-й школы на линейке сегодня отсутствовали. Впрочем, прогуляли по уважительной причине. 7 учеников сейчас отдыхают во Всероссийском центре «Океан», что в городе Владивосток. Путевки школьникам вручило Министерство образования и науки страны за, цитирую, «активное участие во Всероссийском патриотическом движении Отечества». Стоит отметить, детский центр «Океан» – это одно из самых престижных мест отдыха среди детей. Его даже сравнивают с Черноморским «Артеком». Ненецкий округ – единственный регион Северо-Запада, который был поддержан на уровне Миноборнауки за активное участие во Всероссийском патриотическом движении. В центре «Океан» наши ребята участвуют в заключительной летней смене «Сильные люди». Участниками площадки стали более 1000 школьников из 29 субъектов страны. Ребятам предложена насыщенная программа. Она включает развлекательные игры, спортивные турниры, тур похода, а также встречи с интересными людьми. Не позабыли и о дне знаний. Сегодня всех 11-классников, для которых действительно в этом году, вот они 1 сентября встретили здесь, они в школе своей родной, да, их здесь чествовали, ребята младшего возраста сделали им подарки, вот, и их объявляли, и поэтому для них это был самый, наверное, запоминающийся день 1 сентября. Здесь были гости, ветераны Великой Отечественной войны,